Итак, ребята, я хотел бы только сказать то, что если вот сейчас эта серия набирает 500 лайков, то сразу выходит новая серия. То есть, если эта серия набирает 500 лайков, то сразу же, я еще раз повторюсь, сразу же выходит новая серия или следующая серия, как вам угодно называть ее. Если сейчас или в протяжении нескольких часов после выхода этой серии набираем 500 лайков, сразу выходит вторая серия за один день. Поэтому, ребята, решайте вы, хотите ли вы видеть новую серию, две серии за один день или нет. Если да, то прошу вас поставить лайк. Ребята, на этом я заканчиваю то, что я хотел сказать, и давайте приступим к нашей новой серии. Воу-воу-воу, всем привет, дорогие друзья, с вами Эдисон, мы продолжаем ловить, искать приключения на нашу жопу в нашем фантастическом покемонском мире. А перед просмотром этого видео я хотел бы попросить зайти и подписаться на канал ShamaGT. На его канале ты сможешь найти также выживание в мире покемонов, точнее Pixelmon, игра в Counter-Strike, прохождение различных других игр и также онлайн игры. Какие? Зайдите и посмотрите у него. Ссылочка в описании на ваших экранах. И еще раз попрошу зайти и подписаться на него. И всем приятного просмотра. И, ребята, что мы будем делать в этой серии? Сначала ух, нифига себе, сколько там боссов. Magikarp, Oddish. И все заразы именно находятся возле музея. И если мы сюда пойдем, то просто умрем от лаг. Но я надеюсь, что замечательно, этого зафигачили. Музейчик, пожалуйста, не подведи нас. Нет, перестань залагивать. Это ни к чему. Так. Три новые вещи. Ребята, я прошу прощения. Так, где Oddish? Ух ты ж, пропал, зараза. А у меня для вас несколько... не смотрим туда. А почему не смотрим? А потом покажу. Ребята, у меня для вас несколько вещей, новостей и, в принципе, всего, что мы будем делать, и несколько планов. Что мы будем делать, ребята? Во-первых, я извиняюсь за то, что в предыдущей серии я забыл выкинуть 10 вещей на наших Блиссе. Можно скачать. Просто я уже GTA. Ребята, уже GTA для предзагрузки стала доступна. Поэтому у меня уже только в голове, знаете, скачать. А поэтому, ребята, извиняюсь. То, что я извиняюсь, что я не выкинул, и, в принципе, ничего такого страшного в этом нету. Мы сейчас пойдем выкинем 10 вещей за предыдущие 10 Блисси, которых мы убили и не заплатили, и 10 вещей выкинем за Блисси, которые мы будем убивать, на которых мы будем прокачиваться в этой серии. Сначала, ребята, 1, 2, 3, 4, 5, уже 5 вещей, и нам нужно пойти в наш... Туда не смотрим. Ах, уже, может, кто-то даже успел... на паузу нажать и посмотреть, но ну, фиг его знает. То есть сейчас и так я пойду и покажу все, что я там построил. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ну я не знаю, 11, 12, 13, это не нужно, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Замечательно, ребята. Это все мы сюда поскладываем. И я прошу прощения, ребята. Ну, думаю, что ничего в этом страшного нету. То есть я забыл в предыдущей серии это сделать. То есть я забыл выложить 10 вещей за наших Блисси. Но, в принципе, ничего такого тут страшного нет. Я сейчас выложу. Перед тем, как идти что-то показывать, все-таки давайте поспим. Это, если честно, я доделал задний дворик, сейчас я покажу. Это и ночью круто смотрится, но днем, наверное, мне кажется, еще лучше, что ли. Ну что, ребята, пойдем. Дурик прям получился ляпота. Смотрите, ребята, мы выходим. Ну, тут у нас домик, который я уже достраивал. Тут у нас дорожки, я уже посадил травичку. Тут у нас гамак, где мы можем посидеть, отдохнуть. Я сделал вокруг. Вот смотрите, ребята, вот смотрите, какой у нас замечательный получился дворик. Прям ляпота настолько, что тут только хочется лежать и отдыхать. Давайте пройдемся полностью по всему двору. Домик гостевой, где мы тоже будем отдыхать. Тут присесть на диванчик, отлежаться, пойти тут везде, то есть везде, вот смотрите,
ребята, тут у нас начинается забор, и забор у нас так идет вот сюда, и тут заканчивается, знаешь, чтобы обгородить задний дворик, чтобы это классно выглядело, вот смотрите. Ух, как на карте это круто выглядит. Вот тут наш домик и вот такой задний дворик. Это круто. Тут гамак, отдохнуть, вот тут у нас, ребята, такая немного потрепанная, что ли, дорога, чтобы тоже, ну, как-то нормально выглядело. Тут у нас, ребята... Как это называется? Я знаю, как это по-украински называется. Это вроде по-украински называется ганок, что ли. Я не знаю, кто украинец, в принципе, поймет, но для русских нет. Я не знаю, как это по-русски называется, в принципе. На улице, короче, чтобы понять не было, как кафешка, знаете, то есть, эй, официант, иди сюда, дай нам меню, принеси нам что-то на улицу, и мы тут посидим на улице, побазарим, да, вот тут. Так же, как, например, можем в кафешку заходить, с кафешки выходить и сидеть вот так на улице, как бы, возле входа, и вот так прикольно вот тут сидеть, и это действительно очень красиво, мне кажется, получилось. Такой, знаете, подышать свежим воздухом, посидеть, поговорить. Это даже не палатка, какая палатка, нафиг, не беседка, а можно сказать просто... Как вот что-то сейчас мне на языке покрутилось и опять куда-то закрутилось... подвесной какой-то там потолок, да, что мы как бы сидим вот тут на улице, и мне кажется, это действительно круто. Тут у нас вот беседка, которую я при вас строил, тоже прикольно получилось. Тут я уже не хотел забивать ничем другим, потому что, в принципе, тут бы больше ничего другого не получилось. Что, например, еще бассейн делать. А, в принципе, действительно, мы можем тут еще бассейн сделать. Например, вот тут где-то он начинается, вот там идет туда, вот сюда, вот сюда. И тут у нас такой еще бассейн. То есть, если вот делать вот сюда этот бассейн на вот эту всю территорию, это будет очень хреново смотреться. Но если сделать бассейн... в меру, не очень большой, если вот это дерево оставить, это будет круто смотреться, а вот это дерево убрать, то как раз будет, знаете, такой, и тут еще одно дерево вот такое может посадить, или, в принципе, даже пускай вот так будет, то, мне кажется, очень даже круто будет смотреться наш бассейн, то есть под одним деревом даже в теньку, если солнце вот тут, тенек, а если вот тут, то, в принципе, бассейн нагревается. И это действительно будет круто, и тут можно трамплин даже поставить, вот я вспомню, как это называется, трамплин, и вот так прыгать. А, еще что, ребята? Тут у нас я сделал такое небольшое озерко, чтобы красиво смотрелось. Я вот это поставил, я тростничок по кругу как-то в меру рассадил. И, в принципе, вот тут можно скупнуть. Вот смотри, как вода на это надходит. А, скупнуться сюда, позагорать. А, все-таки скоро лето, да? Мне как-то это пришло в голову, что скоро... девушки, пляж, загорать, опекаться, позагорали, спрятались под, как это называется, не зонтик, ну да, в принципе, солнечный зонтик, не зонтик, а надвес, ну короче, я, ребята, я уже по-русски слова уже начинаю немного забывать, поэтому спрятался, не обгореть тут. С Чикой, мы крутые, мы с Чикой тут будем лежать, загорать. Чика тоже сгорит, тоже спрятится вот сюда, сполоснется, уйдет нам вот сюда кушать, даже жрачку приносить. Ну ладно, и в принципе вот, вот такой у нас, ребята, задний дворик получился. Ну, с какой-то степени, действительно, ляпота, можно и так сказать. Например, сейчас нужно скрин сделать, красивый, вот как-то... Вот, мне кажется, действительно круто получилось. Я не знаю, как для вас, но мне круто. Я буду рад, если вам действительно тоже нравится наш задний дворик. Ребята, что мы будем делать? В этой серии я пойду быстренько добавлю новых людей в музей. То есть я не буду добавлять сейчас сидеть, добавлять там... Я выключу шейдерами, вообще как-то непривычно смотрится. Это с ума сойти. Сколько у меня FPS шейдерами? Ну, не скажу, что много, все же музей. Рядом и даже без шейдеров тут глючит. Ребята, я не буду сейчас долго сидеть и вот это все делать, просто я добавлю 8 новых людей в музей. На Марштомпа. Секунду, ребята. На Марштомпа у нас попадает... Эти люди, которые, как по моему мнению, сейчас как раз более всех заслуживают попасть в музей. Я говорю вам огромное спасибо за то, что вы комментируете. Если я сейчас вас добавляю в музей, это значит, что вы активно принимаете участие в комментариях новых серий, активно ставите лайки и, в принципе, заслуживаете попасть в музей. Первый на Марштомпа у нас попадает Алдан Шамухан. Извиняюсь кратчайше, если я... кого-то фамилию или имя произношу плохо, потому что я не могу знать, как у кого читается фамилия,
каждый раз, да? Так, поздравляю, ты попал в музей, это у нас кто? Понито, ультимейт босс, ребята, это нужно сходить быстро. 214-72. Ребята, извиняюсь, но это нужно сходить. 214-72. Ультимейт босс, это самый лучший босс. Только я помню последнюю пониту, паскуду. Ребята, вы помните последнюю пониту, которая... Нашего Лукария, вот, как сейчас убивала, охренеть. Твою мать. Старми. Ты хоть и... Охренеть. Ты хоть 40-й уровень, но тебя огненный покемон убил с одного удара. Нет, ребята, тогда вряд ли мы что-то сделаем против этой паниты, потому что панита это паскуда, если честно, полная. Такая же, как тот Гроулит у нас тогда попался. Я не знаю, чем ее ударить, чтобы... Во! Пожалуйста, не убей нас. Паскуда, ну ты паскуда, а. Ух, замечательно. Только мы перекачали Старми. Она была сор... Нахрена. Вот Ancient Power нужно для эволюции. Мы перекачали Старми. Она была 40-м уровнем, сейчас стала 42-м. То есть ее нужно было уже выкладывать на 40-м уровне. Твою мать. Ну ладно, сейчас будет ночь, мы еще быстренько сбегаем на бишарпов и уже докачаем эту Старми, чтобы ее выложить. 3 уровня ей осталось. И докачаем Эмолгу 1 уровень и сразу выложим 2 покемонов. Ну что, зато вещей 1, 2, 3, 4, 5. Ребята, все-таки знаете что? Я решил, я посоветовался с некоторыми моими подписчиками. Они мне рассказали, показали, что и как делать. И все-таки в скором времени мы будем разводить покемонов. Только тех покемонов, которых нельзя получить обычным путем, потому что они не спавнятся. Кто не спавнится сейчас? Вроде не спавнится, смотрите, кто не спавнится. Покеспаун в... Что-то на В. Вайлмер, Вайлвидл, Визинг. Вабуфет вроде не спавнится, то есть его вроде убрали с этой... Или Вабуфет вроде не спавнится, ребята, то есть его с этой версии убрали. Его мы будем делать Манчлакса, то есть Манчлакса тоже убрали, не знаю почему. То есть нам нужно будет найти еще одного Снорлакса, потом их... скрещивать, спаривать, дрюкать, да, чтобы там появился, Манчлакс. И также мы сделаем себе Эликида, то есть найдем 2 электробазов, потому что в этой версии ребята убрали спавн Эликида, но, наверное, связано это с тем, что добавили спаривальную машину, потому что где-то же ее нужно приспособить, чтобы она где-то работала и чтобы была нужна, кроме того, как на серверах, да. То есть даже в одиночке, если хочешь заполнить полностью Покедекс на все проценты, да, сколько у нас сейчас там, 70, если хочешь заполнить на все проценты, то тебе нужно даже использовать спаривальную машину, да. Поэтому, ребята, мы будем спаривать покемонов, мы уже будем этому готовиться и действительно потом к этому приступим. Магби нельзя, то есть мой подписчик даже тестировал, он мне помогал, и магби нельзя спаривать, то есть если ты спариваешь магмаров, почему-то Магби не получается. Его, наверное, просто убрали с этой версии. Вообще спаун полностью. Не знаю почему. Следующий человек, это у нас попадает Сергей Шумилов. Надеюсь, или Шумилов. Ну, я извиняюсь, сразу же извиняюсь. Следующий человек, который попадает в музей. Дальше. Марсель Шихамов. Я не буду пару раз читать, или там Шихамов, да. Я просто извиняюсь, если я неправильно прочитаю. Следующий у нас попадает Диджей Томас. Поздравляю. Следующий у нас попадает. Тут у нас занято. Тут у нас Тимошка Картошка попадает. О, тут у нас вообще 3 свободные места. Как раз еще 3 человек осталось. На самом деле у нас Сергей Баби попадает. Потом дальше у нас попадает Прогеймер. Поздравляю. И последний человек, который у нас попадает на Крокодайла. Найти Вашишина. Еще раз извиняюсь, это неправильно. Но все же, ребята, мы добавили новых людей. И знаете что? Действительно, мне человек один написал: Эдисон, сначала же музей был предназначен только для покемонов. То есть ты хотел туда добавлять покемонов, которых ты словил. А идея про подписчиков и добавлять их как бы на статуи или на покемонов тебе уже пришла потом. Я согласен. И поэтому мы будем добавлять тех покемонов, которых мы уже прокачали, но почему-то еще до сих пор не добавили в музей. Сизор. Прикиньте, ребята, он невидим.
Ух, значит, не добавляем его. А почему Сизер не видим? Что за бредятина? Ну, в принципе, Марип тоже же невидимый в музее. Почему-то тоже Марип, Сизер невидимый. Не знаю, почему они так сделали. Дальше. Кто у нас следующий? Кто там? Следующая эволюция, ребята, быстро пишите, какая следующая эволюция. Вроде, еще вроде и Шайни. Ух ты, ну ты бы еще не знаю куда взлетела. Ну вот так пускай будет. И самая противная эволюция — это крикливая паскуда, которая бесит своим голосом. Так, а кто у нас там? Брым-бы-бым, брым-бы-бым. Фу-пум-пум. Так. Дай мне вылезти из твоей капут. Застрял там, в смысле, в покемоне в статуе. Ну, магнезона у нас еще нету. Ноктовл, да? Ноктовл. Ребята, сейчас, секунду. Ноктовл. Ух, это очень какой-то большой. Во, красивый. Ребята, я не буду создавать еще там миллион этажей вверх и вниз. Я просто, знаете, что сделаю? Заполню вот этих всех покемонов. Вот этих, вот этих, вот этих, вот этих, вот этих, вот этих, вот этих. Вот этих, вот этих, вот этих, вот этих. Может, например, мы Анжелку уберем и вместо Анжелки поставим какого-то лучшего покемона. То есть, это у нас будут избранные покемоны. Да, конечно, тут не все покемоны. Чтобы всех покемонов поместить в музей, нам еще не знаю, сколько этажей нужно создать, да? Чтобы у нас были все покемоны в музее. А тут у нас будут самые главные, да? То есть, если, например, Дратини, и уже не будет хватать места, то мы, например, уберем там Зубата, и вместо Зубата поставим Дратини, потому что если так по мере их сравнивать, то Дратини, мне кажется, лучший покемон, чем Зубат. Потом того же Глайскора, например, если не будет хватать места, то мы Яички или Пипинтера, например, уберем и поставим Глайскора, потому что все-таки это Глайскор, да? Мне кажется, вот так мы, наверное, будем поступать. То есть, вот все. Это у нас тут будут вот эти все заполненные покемоны. И все, на этом мы остановимся. И больше как бы не будем добавлять новые уровни. Будут только у нас вот эти покемоны. Кланг, да? То есть как раз будет вот только вот эти все покемоны. Вот эти этажи. И как раз это будут как бы самые лучшие покемоны, выбранные подписчиками. Клинг, Ланг. Как бы... Ты что, издеваешься? Клинг... Кланг? Нет. Клинг... Ланг? А как он... Ребята, Поке Спаун... Клинг... Клинг, а не Клинг. То есть это, говорю, ребята, как бы будут наши самые... не то, что избранные, а просто самые покемоны... сейчас. Клинг... Ланг. Которые, в принципе, у нас есть и... которые как бы ценные в какой-то степени даже. А почему вот эти все такие по цвету, да, вот этот как обычно? Ну, не знаю, может, поленились, что ли, его добавить. Янам у нас еще не прокачана, не прокачан, не прокачанный, прокачанный. А кто там? Болдор. Болдор и Гигалиф, да? Гигалиф у нас уже есть, мы его уже давным-давно... Ну как, хотя нет, не давным-давно, мы только его недавно прокачивали. Ларвеста. В принципе, тут тогда еще одна Ларвеста. Ларвеста. Нет, это уже большая. Вот так. И Вулкарона, ребята. Вулкарона. Замечательно. Стань на место. А я чуть... Твою нать. 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 Твою нать. Лар... Сейчас. А знаете что, ребята? Сейчас. Ларвест. Мы будем в этой серии только добавлять людей, менять наш музей. Я вам показал, что изменилось в нашем саду заднем, да, на заднем дворике. И, в принципе, ребята, все. Мы в этой серии, наверное, даже не будем ловить покемона, потому что, ну, такая, знаете, отдыхающая серия Вулка. Рона, что мы просто-напросто ходим, беседуем. Ой, почему Шайни? Она же не Шайни. Вот. Ух, она как-то слишком высоко, мне кажется. Так, Шинкс у нас уже давно, да? А кто там после Шинкса? Люксео, да, вроде?
вот так. И Люксрей. 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 Ребята, о, знаете, что я с вами сделаю? Как-то глупо прозвучало. Я сделаю с вас дресс-код. А знаете как? То есть вы будете... Ребята, вы будете принимать решение, кто у нас будет попадать в музей. Вы будете голосовать, например, когда у нас уже будут занятые места. Вы будете как бы принимать и давать мне советы, кто у нас будет попадать в музей. Например, если у нас стоит пипинсер, мы словили там шайни. Если шайни, то мы, в принципе, поменяем. Например, у нас есть пипинсер, и припустите, точнее, предположите, что эти все места уже заняты. И когда мы словили шайни Белдума, и, например, многими пишут: «Эдисон, мы твой дресс-код, мы твой пропуск», в смысле пропуск покемонов, мы стоим там на как охранники, да, не пропускаем других покемонов. Итак, делай так, выгоняй пипинсера, добавляй на его место шайни Белдума. Вот действительно, давайте так сделаем, и как бы будете пропускальная система, будете, точнее, ну как бы будете мне помогать, будете мне говорить, кого добавлять, кого убирать с музея. Мне кажется, действительно будет круто. Но тут вроде больше, хотя Спирал, Пиджи, вот это потом еще разберемся. Ну что, ребята, кого мы добавляем? Еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ребята, нам нужно еще 8 покемонов, кого мы добавим в музей. А, ну да, нужно же перезаходить твою. Ладно, сейчас быстро перезайду. Ну что, ребята, кого мы будем добавлять? Я знаю, что 100% мы сюда добавим Белдума. Потом оставим одно место для Дратини, или даже потом, когда ее словим, если словим, да, то потом ее туда добавим. Это у нас есть, Зороарк у нас есть, Агрон у нас есть. Белдум, Дратини, легенд не будем, легенды у нас в другом месте будут. Литвик, точно, он же еще и шайни, он красиво выглядит. Давайте, Литвик. Вот так, Лампинт, да, Лампинт, хотя, ой, да твою же нафиг нужно... Так, Лампинт, да? Лампинт. А я его правильно поставил, или он что будет криво стоять? Он как-то очень высоко стоит. Вот так, Лампинт. Дайте, может, еще. Хотя. А, и Шанделур, да? Шанделур. Нужно было... Твою мать, а. Ну, в том смысле, что, ребята, нужно было сначала посмотреть всех покемонов, потому что, видите, мы опять не можем зайти. Нафиг, сейчас опять перезайду. Ну что, ребята, дальше. Белдум. Давайте еще добавим двух или одного покемона, и следующее место я ставлю для вас. Вот там я Панит увидел, наверное, еще Паниту добавим, ребята, в наш музейчик. Хотя фиг его знает, она же просто шайни, знаете. О, Кинга! Когда мы его сделаем. Слышите лаву, ребята, прислушайтесь. Она где-то, что ли, вот тут, когда я строил вот это, фиг его знает. А, так, кого мы еще можем добавить? Ну, фосил покемонов мы там будем сверху добавлять. Метагросс, Старраптор, Вайлиплума можно добавить, Хитмонтоп, ну, Хитмонтоп, Крайогонал, Айпум у нас уже есть, Флареон сверху мы добавим, Суйкун. Ну, пока что не знаю, ребята. То есть, следующих покемонов я предоставляю вам выбор. Кого? Кого вы хотите видеть еще в музее, ребята? Тут же еще и шайни. Кого вы хотите видеть в музее? Метанг же сначала. Кого вы, ребята, хотите видеть в музее дальше? Метагросс. То есть смотрите, 1, 2, 3, 4, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, еще 6 мест у нас есть. Одно у нас будет для Дратини, следующие я не знаю, следующие мы, ребята, потом посмотрим, кто у нас будет. И в принципе, да, действительно, мне кажется, это будет круто. Это выбор за вами. Ребята, предоставьте мне 5 покемонов, которые вы хотите видеть в музее. 5, ребята, 5. То есть... Предоставьте, то есть, только тех, кто не знает еще про музей, а в музей могут попасть только те покемоны, которых мы уже словили. Поэтому тех, кто не словили, тех, которых у нас нету, мы не можем их добавить. Поэтому, ребята, предоставьте мне 5 покемонов, которых вы видите, которых вы хотите видеть в музее. О, кстати, Яном эволюционирует.
Ну, жалко, что я перекачал с Тарми, но если бы я с ее помощью не убил Паниту, то, в принципе, я бы ее никак не убил. Мне так кажется, потому что Панита, зараза, с пару ударов убила нашего Лукарио. Она же там большой, как бы, босс, и вот это все понты, да. Поэтому, в принципе, ну ладно, перекачали, там еще пару уровней осталось. А с Тарми 3 уровня, мы ее прокачаем и выложим. Так же, как и Эмолги, 1 уровень осталось, Янмеги, давайте еще сейчас на Янмегу посмотрим. Да-да-да-да, ребят, я знаю, еще тут остался стол, какой стол, то есть тут нам еще нужно будет стенд сделать для вот этих. Давайте, в принципе, кожаный я не знаю. В этой серии уже, наверное, нет, у нас уже мало времени, да, в этой серии, ребят, уже не будем над этим париться. В следующей серии, наверное, сделаем кожаный. А есть ли у нас золото? То есть нужно посмотреть, есть ли у нас золото. Если есть у нас золото, то тогда мы сможем даже сделать уже... где у нас ресурсы? Вот. Есть! Мы уже даже, ребят, в следующей серии сможем сделать кожаный стенд с крыльями и золотой стенд с крыльями. Ну, алмазы я не знаю, потому что алмазов у нас не так уж и много, если честно. Ну что, ребята, полетели в нашу качалочку Блисси. Я еще выкину те ресурсы, которые, как я сказал, я забыл выкинуть в предыдущей серии, но мне кажется, ничего в этом такого страшного нет, вы меня простите в том, что я забыл выкинуть ресурсы. А вот это может даже, хотя я не знаю, сохранять ли вот это или нет. То есть это для спаривания вроде нужно. 1, 2, 3, 4, 5, допустим, 6, 7. Ага, это у нас есть, значит, это 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот так. И, в принципе, все, вот это мы быстренько выкидываем и за предыдущий раз, и за этот раз. Вот так, все, ничего не подняли, вроде нет. Идем, ребята, прокачивать наших покемонов. Блисси 40-я, 45-я, ну давайте Старми. 10 Блисси, ребята, 10. Опа. Третья. И все, лучше мы оставим, потому что опять перекачаем Старми. И Эмолгу тоже, если что, перекачаем. Поэтому потом их лучше на бишарпах докачаем. Четвертая. Четвертая. Давайте пятая. Пятая. И Анмегу тоже потом докачаем. То есть что-то на Блисси, что-то потом докачаем. Пятая. Замечательно. Так, это давайте вот сюда. Пятая. Шестая. Опа. Шестая. Еще 4 Блисси. Шестая Блисси. Замечательно, ребята. Эволюция Шайни Нумила. Камерапт Шайни. Круто. Я не знаю, хотя я не знаю, видел я Шайни Камерапта, но вроде... Это круто, все же там у нас еще и Шайни Ликит. О, какой Ликит, нафиг Шайни Ликит. Шайни Волторб, опа, серая что ли какая-то. Еще 4 Блисси, да, чтобы не забыть. Ну давайте, ладно, вот эту. Камерап 34, еще тоже 6 уровней осталось. Еще 3 Блисси, замечательно. Еще 2 Блисси. А какой, ну давайте, как раз 6 уровень. Еще 1 Блисси. Ну и все, это оставим, потом следующий прокачаем, докачаем, точнее, камерапта потом. И все, последняя Блисси, ребята. Волторб 10 тысяч опыта, я надеюсь, он эволюционирует. Или нет? Вот так. Нет, пока что еще не эволюционировал, к сожалению, но зато... О, это у нас там кто? Не... О, но зато, в принципе, мы его докачаем. В следующей серии мы пойдем на бишарпов и докачаем сразу Янмегу, Эмолгу, Старми, Камерапта. Волторба я не гарантирую, но все же постараемся даже и Волторба докачать. Давайте еще вот так, может, хотя бы 1-2 уровня апнем. Если один, то, в принципе, круто, чтобы еще меньше нам прокачивать. Да, еще один уровень мы апнули, ребята. Вот так.
Ну что, больше, в принципе, нам сейчас делать нечего. Ресторанчик наш. Больше не будем мы прокачивать, ничего мы не будем делать. Я вам показал наш задний дворик. Мы добавили новых людей, мы добавили новых покемонов. Вы стали дресс-контролем, можете так сказать. Вы будете пропускать, разрешать каким-то покемонам входить в наш музей, другим запрещать или выгонять. Это я предоставляю вам, ребята. Не забывайте, напишите в комментариях, вы хотите видеть покемонов или нет. В смысле, напишите 5 покемонов, которых вы хотите видеть в музее. На этом, ребята, мы уже будем заканчивать эту серию. Если набираем 500 лайков на этой серии, то следующая серия выходит, новая серия выходит же сразу, как мы наберем. То есть, набираем 500 лайков, и сразу, ребята, выходит новая серия Pixelmon. Я надеюсь, вам это понравилось, или если вы хотите увидеть новую серию, потому что активность немного... Ну, ладно, не будем о другом. Если вы хотите видеть новую серию, ставьте лайки, набираем 500 лайков, выходит сразу новая серия, ребята. На этом мы заканчиваем. С вами был Эдисон. Я надеюсь, вам понравилась вот эта серия. И надеюсь, вы также поставите лайк. И будет круто, ребята, если вы его поставите. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.